Всем привет! С вами команда Грейс. И сегодня мы делаем реакцию новый камбэк MCND. Да. Надеюсь, мы правильно сказали. Да, надеюсь, мы правильно сказали. Мы потом посмотрим, как правильно. Ну все, давайте начнем. Да. Let's go! Это вот, короче, когда был Ice Age, он также показывал вроде. Мне нравится этот красненький. О. Мне почему-то показалось, что я что-нибудь друг. Просто буквально миллисекунда. Вау, тачка вообще офигенная. Вау, у него такой красивый цвет волос. Прям хочется танцевать. Да. Крас. Вау! Такой еще. Все, это мой краш. Голос. Классный. Вау, рубашка очень классная. Что с очками? Очень странные. Такое движение прикольное. Нет, ну это реально краш красненький просто. Так классно. Мне это нравится. Блин, он прям такой... Он мне кого-то напоминает. Он класс. Мне он напоминает Лукаса чем-то, знаете, такая типа энергетика. А мне из актеров кого-то. Я уже говорила. Мне очень нравится эта локация, прикольно прям. Эстетично. Классное движение. О, даже нравится, прикольно. Да. Локация прикольная. Блин, прикольно. Мне вот Dance Break, вот, который последний, очень понравился. Прикольно, я бы даже выучить хотела бы. Прикольно, да. Мальчики красивые, локации классные, песни. Да, все как надо. Мне понравилось, короче, когда у них вот этот вот свет, короче, как-то красиво падал, знаете, так эстетично, вот светлый. Со синим, блин, прикольно. А еще прикольные у чувака синие какие-то бирюзовые волосы. Я как раз хочу покраситься в синий, думаю, какой именно цвет взять. Может быть, вот этот и возьму, наверное, какой-нибудь похожий. Прикольно. Вообще, мне кажется, мы еще немного послушаем. У нас прям заезд этот «Она-на-на», да? Да-да-да-да-да. Тоже как-то напоминает какую-то песню. Вот это именно «Она-на-на» очень популярно. «Она-на-на-на». 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 Блин, ребята, очень крутые. Ну, а вот этого движения... Мне, короче, понравилось, там было движение какое-то, типа, что-то вот такое вот. Блин, не знаю, я люблю такие движения, хочу выучить немножко какую-нибудь часть. Вот. Вообще,
У них же дебют был с Ice Age, да, по-моему? Об этом я не уверена. Ну, но вот это вот движение, которое он показал, такая... Чувак, с пальцами, так это. Мне очень понравилось, мне кажется... Ice Age. Короче, мне очень понравилось. Да. Прикольно. Прикольно. Камбэк был прикольный. Такая чисто, знаете, такая, типа, летняя песня, такая, типа... Ну, даже не летняя, просто кочевенькая. Да, кочевенькая, кстати, да. Чтобы мне действительно хочется как-то двигаться, такого движа хочется. Мне кажется, она какая-то летняя такая, специально для вечериночек, как у нас сейчас. Да, вот. Ну что, ребят, спасибо, что посмотрели нашу реакцию. Всем спасибо, любим вас. Пока. Пока-пока.